Ребята, всем привет! Очередная порция новостей о предстоящей оболочке Mi 11 и что в ней нового появится. Разработчики не перестают делиться спойлерами на интересные возможности, которые стоит ожидать. Сортировка мусора, 3D-жесты, размыливание миниатюр, а также улучшенное скрытие выреза экрана. Интригующе? Тогда начинаем! А перед тем, как мы перейдем дальше, не забудьте подписаться на канал и нажать на колокольчик для своевременных оповещений о новых видео на канале. Первое, о чем стоит поговорить, это 3D-жесты. Об этом уже была информация пару недель назад, но тогда она не нашла поддержки со стороны аудитории и было неясно, что разработчики будут с этим делать. Видимо, тесты прошли успешно и они готовы эти жесты внедрить в новую версию оболочки MIUI. Со стороны, конечно, возможно, будет выглядеть немного странно, когда человек будет рисовать жест, но если профит от этого будет большой, это для всех войдет в привычку и через некоторое время и не будут даже на это обращать свое внимание. Второе – это размыливание миниатюр. Как и с первой новинкой, тут тесты также прошли успешно, отзывы пользователей были приемлемыми для внедрения этой возможности в прошивку. На примере китайской еженедельной я покажу, как это выглядит. Нам нужно зайти в раздел «Рабочий стол» и найти пункт «Размытие миниатюр», после чего нам нужно будет настроить эту возможность на необходимое нам приложение, и тогда, когда мы будем вызывать недавние приложения, именно те приложения, которые мы установили для размытия, будут скрывать свое содержимое. Это направлено на усиление конфиденциальности ваших данных. Третье. Улучшенный голосовой ассистент. Сразу могу отметить, что с большей долей вероятности этого фирменного помощника не будет в глобальных прошивках. Но то, что сделают разрабы, стоит вашего внимания. Так китайцы научат голосовой ассистент помогать вам выбрасывать правильно мусор. К примеру, не знаете, в какой контейнер утилизировать пакет из-под молока? Ассистент от Xiaomi поможет вам в этом. Достаточно ему задать этот запрос, и он квалифицированно поможет в этом вопросе. И последнее. Улучшенное скрытие выреза экрана. Это я вам показывал в обзоре на последнюю прошивку 9.7.11, хоть она и китайская. Поиспользовав разные комбинации нового режима, я для себя сделал вывод. Разработчики учли пожелания многих и действительно сделали удобный инструмент для кастомизации капли или моноброви. Но тут есть вопросы и от аудитории, и от меня. Нужно чуть ниже опустить этот вырез, ведь на двух телефонах, на которых я тестировал это, само скрытие заходит под монобровь или каплю. Так что надеюсь, разработчики примут это во внимание. На этом пока все. Предварительно анонс новой MIUI 11 может состояться в конце июля или же в первой половине августа. В любом случае, вся необходимая информация будет на канале и в наших социальных сетях. А в конце видео предлагаю подписаться на наш второй канал, где также выходят интересные видео, которые помогут вам быть в тренде актуальных новостей от компании Xiaomi. Ссылка будет в описании. Поддержите это видео лайком, если оно вам было полезным и интересным, а также не забывайте подписываться на все наши социальные сети. Ссылки будут в описании. Сегодня с вами был Илья, и всем до новых встреч!